Привет всем! Я очень рада вас приветствовать на своем канале. Я приняла душ. Сейчас будем с вами укладывать волосы, наносить уход. Я поняла по прошлому влогу, что вам очень не хватает моего голоса в кадре. И я просто решила, знаете, немножко так поэкспериментировать. Получился какой-то такой АСМР-ский влог, если так можно сказать. Так, все средства, которые я использовала во время душа, вы видели. А сейчас я буду наносить термозащиту. Я уже показывала ее тоже не один раз в своих видео. Это разглаживающий спрей, термозащита плюс кератин от Кафе Мими. Очень полюбила я эту термозащиту. Мне очень нравится, что здесь, знаете, такие свойства она дает два в одном. То есть и как термозащита служит, и она очень хорошо разглаживает мои волосы, и, ну, не то, что прям она их вытягивает, но даже пушистость, мне кажется, она немножко убирает, и волосы становятся, ну, более гладкие, действительно, с ней. По крайней мере, как термозащита служит хорошо, и вот какое-то такое свойство она дает для моих волос очень приятное. То есть мне нравится эффект, который я вижу от нее. А еще мне очень нравится аромат. Она очень приятно пахнет. И мне кажется, вот этот аромат никому не будет противен. Он действительно очень-очень приятный. Я пока сейчас буду наносить уход, с вами тоже как раз поделюсь. Потому что я купила новый уход. Я уже в Телеграме в своем делилась. Вот, ну, здесь я его еще не показывала. Такая прям румяная после душа. У нас такой снегопад на улице. То снег растает, то снег опять насыпет. Господи, мне кажется, зима не закончится никогда. Так, в общем, смотрите, я нанесла уже в ванной комнате тоник, потому что я еще воспользовалась скрабом. Вот, но я это уже не стала снимать, как бы это процесс. Вот, поэтому у меня уже с тоником лицо. И дальше я буду использовать сыворотку и крем для лица. Я снова вернулась к уходу от Вкусвилл. Мне очень понравилось в прошлый раз уход, который я попробовала. У меня был ночной, дневной крем и крем для век. Я повторила крем для лица дневной. Знаете, я не вижу разницы между дневным и ночным кремом. По свойствам, по составу я почитала практически, наверное, все одно и то же. Поэтому я взяла только один крем дневной. Он идет с гиалуроновой кислотой, витаминным комплексом и пептидами. Увлажняет, подтягивает контур лица, уменьшает глубину и ширину морщин. Ну, на это особо сильно я, конечно, не рассчитываю. То, что он увлажняет хорошо, и кожа с ним такая питательная, увлажненная, и крем никак не вызывает никакую ни аллергию, никаких раздражений у меня нет. То есть он мне действительно хорошо подходит. То есть для сухой, для нормальной кожи этот уход очень хорошо подошел моей коже. И я впервые... Сейчас, секунду, подождите, мне нужно ответить. Я впервые попробовала сыворотку для лица гиалуроновую. Увлажняет, тонизирует и восстанавливает кожу, сокращает пигментацию. Девочки, кто пробовал уже эту сыворотку и у кого есть проблемы с пигментацией, напишите, как-то способствует уменьшению пигментации эта сыворотка или нет, или это просто такие громкие слова, может быть, действительно... Она как-то улучшает этот процесс, как-то минимизирует, я не знаю. Просто у меня пигментации нету, и я с этим не сталкивалась. Может быть, кто все-таки страдает такой проблемой, ваши сообщения, ваши комментарии под этим видео будут полезны почитать именно тем, у кого есть эта проблема. Но мне сама по себе сыворотка в целом понравилась. Она очень-очень густая, прям такая, знаете, гелеобразная. По советам девочкам, которые мне написали в Телеграме, я эту сыворотку тоже стала хранить в холодильнике. Она у меня раньше в ванной комнате стояла, а теперь я ее убрала в холодильник.
И так, конечно, наносить ее гораздо-гораздо приятнее. Она прохладненький эффект дает. И, мне кажется, ну, действительно, более приятно ее наносить. Она имеет какой-то такой, знаете, апельсиновый запах. Не то, что прям вот свеже срезан апельсин, а какая-то апельсиновая отдушка. Ну, для меня вот, мне кажется, что это какой-то апельсин. Не знаю, может быть, я ошибаюсь, а здесь что-то другое. Но вот мне пахнет апельсином. В 30 мл в упаковке, а, кстати, в тюбике крема 50 мл. Вот. Опять же, разные мнения по поводу сыворотки и крема у нас сложились в телеграм-канале. Немножко, так скажем, побеседовали на эту тему. Вот, я, опять же, да, слышала о том, что все-таки после сыворотки нужно наносить крем, как бы запечатывая сыворотку кремом сверху. Кто-то из девочек написал, что это как бы маркетинговый ход, и нанесение крема это не обязательная процедура. То есть, если вам комфортно просто сыворотка на лице, можно потом уже крем не наносить. Но так как я все-таки купила крем, и они из одной серии 02, вот, поэтому я, конечно, крем сверху наношу. Она не вызывает никакой стянутости, нету никакой липкости. Ну, липкость только присутствует в момент, когда вы ее наносите. Вот сейчас все, как бы, сыворотка впиталась, и больше никакой липкости на лице нет. Она очень приятно сидит на коже. Небольшой такой, знаете, блеск появляется. И все равно, мне кажется, что вот если оставлять только одну сыворотку на лице, вот мне чего-то все равно не хватает. То есть вот для меня все-таки нанесение крема, наверное, обязательно. Обязательный этап. Вот, а там уже каждый сам выбирает, пусть наносить или не наносить. Поэтому, если у вас есть какие-то мнения на этот счет по поводу того, нужно ли наносить сверху крем после сыворотки, или это тоже не обязательная часть, давайте поговорим на эту тему внизу в сообщениях. Пишите свое мнение, делитесь своими знаниями или вообще, что вы об этом думаете, что вы об этом знаете. Вот. Термозащиту оставлю вам ссылку на нее, если вдруг тоже вам нужно. Я вам все-таки да, могу порекомендовать. Все-таки пользуюсь я ей уже почти полгода. Вот, и мне очень нравится. Сейчас я, кстати, вам и зачитаю. Разглаживающий спрей термозащита Кафе Мими обеспечивает выпрямление и контроль гладкости без утяжеления, защищает волосы от воздействия высоких температур и ломкости при горячем сталинге. Придает легкий прикорневой объем, снимает статику и облегчает расчесывание. Вот что я и говорю. То есть статика вот это не электризуются волосы и нету вот этой пушистости, они действительно более гладкие становятся. То есть, если я просто высушиваю без термозащиты волосы, потом, знаете, вот некий такой пушок, так как волосы все-таки у меня волнистые, и они у меня еще кто вдобавок и профилированы, то есть вот такой пушистость, неровные волосы, утюжком я не пользуюсь, не выпрямляюсь, а вот если фен-щеткой высушиваюсь, то все равно потом волосы не такой гладкие. Вот после термозащиты все-таки я вижу разницу и гладкость есть. Вот такой волос более приглаженный. Так, много болтаем. Я вам сейчас покажу свои покупки последние. Их совсем немножко. В общем, я повторила опять же мицеллярную воду. 3-в-1 очищение, увлажнение, экстра уход для любого типа кожи. Бережно удаляет макияж, очищает и увлажняет для лица, губ и глаз. Гиалурон комплекс, масло жожоба. Я ее покупаю в фикс-прайсе, цена ее там ниже 100 рублей. И в этом флаконе, сколько тут объем, тут очень-очень много, 445 мл. У меня заканчивается уже эта мицеллярка. У меня осталось там вот буквально чуть-чуть, я ее там уже переливала в дорожные такие наборы. Вот, но мне ее хватило, ой, если не соврать, девочки, наверное, на год почти. Почти год я ей пользуюсь. Естественно, я не на постоянной основе пользуюсь только одной мицелляркой. У меня есть и пенки для умывания, у меня есть масло тоже для снятия макияжа. Но, знаете, когда, вот, допустим, у меня только накрашена тушь, и больше я вообще ничего не наносила на лицо, мне не хочется, естественно, там пенкой, да, или какими-то такими средствами убирать с глаз тушь, то мне проще, конечно, воспользоваться мицеллярной водой. Я ей пользуюсь
ну, не на постоянной основе, но все равно пользуюсь. И это очень большой объем, хватает надолго, мне нравится. Да, она, конечно, щиплет глазки, но в целом, как она работает, мне нравится. Не забывайте, пожалуйста, что после мицеллярной воды обязательно нужно умываться еще и ее смывать с лица. Все-таки это, можно сказать, мыло. Поэтому умываться после мицеллярки обязательно. Вот, и еще я заказала 2 бальзама от Nivea. У меня был бальзам вишневый, который придает оттенок. Мне он очень нравится. Он классно увлажняет губы. Очень здорово, что он придает цвет. И именно такой, знаете, цвет насыщенный, спелый, красивый, полупрозрачный. Не сильно такой он яркий, но все равно оттенок на губах есть. Это прям здорово, знаете, такие 2 в 1. То есть и цвет у вас есть на губах, и губки увлажненные. Вот, но я ее куда-то затеряла. Я не знаю, где теперь эта помада. Может, в сумке какой-то лежит. В общем, я решила себе взять уже в другом оттенке. Их там много, на самом деле, видов. Есть еще клубничная, она, по-моему, более бледная. То есть вишневая, она такая, знаете, насыщенная, прям бордовая. А красная, она вроде такая, чуть менее насыщенный оттенок дает. Вот, но я взяла другой, естественный цвет для эффекта соблазнительных объемных губ. В общем, это серая и вот такая вот обычная голубая. Я еще взяла пацанам, потому что тоже губы перед выходом все мажут и все же заканчивается. Так, вот эта серенькая, она вот такая вот, смотрите. Какой-то легкий-легкий, небольшой совсем какой-то есть аромат. Вообще, еле заметный. Нет. Эта помада не дает никакого оттенка. А, у нее, по-моему, ментол. Что-то прям немножко даже начинает пощипывать губки. С ультралегкой текстурой, обогащенной гиалуроновой кислотой, обволакивающей текстуру бальзама, наполняет губы влагой, подчеркивает, естественно, нежно-розовый цвет и придает соблазнительный объем с эффектом увеличения губ. Ага, понятно. Мгновенно тая бальзам дарит губам свежий цветочно-фруктовый аромат, ухаживает и останавливает кожу, увлажняет 24 часа, не оставляя ощущения липкости. Результат – мягкие, гладкие, красивые губы. Но, по крайней мере, в сравнении вот с этим бальзамом от Essence, это прям вообще чуть-чуть совсем слегка пощипало, потому что вот это прям совсем термоядерная. Она такой ментол дает на губах, что ой-ой-ой. Если вдруг не знаете про этот эффект и нанесете на губы, то прям губы печь будут жутко. Но тоже такой классный есть эффект, знаете, кровь приливает к губам, губки такие сразу становятся более яркие. Вот здесь немножко так совсем-совсем легкий холодок. Но, по крайней мере, на моих губах не видно никакого оттенка. Но то, что она безумно классно напитывает губы и увлажняет, это прям сразу ощутимо. Мне за это нравятся вот именно нивеевские вот эти бальзамы, что они очень круто работают на увлажнение. Так, ну и второй, обогащен натуральным маслом дерева ши, витамином С и Е. Ну, он должен быть бесцветный, этот бальзам. Вот я как раз взяла и говорю детям. Очень приятная душка, такая тоже легкая, да, этот уже бальзам без цвета. Так что нивеевские бальзамы очень люблю. Надо будет еще взять себе все-таки клубничный. Тоже, чтобы он был с оттенком. А мне так проще. Так, ну что, сыворотка впиталась. Боже, 15 минут я уже тут с вами болтаю. Ну ладно, это будет компенсация за прошлый влог. Наношу крем. Крем имеет легкую текстуру. Он совсем не утяжеляет кожу. Никакой липкости, ничего. Поэтому мне нравится использовать как днем, так и на ночь, то есть хорошее дает такое увлажнение. Приятно, кстати, пахнет крем. Мне очень нравится тоже аромат. Тонкий слой и хватает прям увлажнения этого надолго. И он, кстати, быстро впитывается. Вот, допустим, на такой крем у вас не получится сделать никакой массаж или там гуаша, если вы хотите делать массаж, потому что он прям впитывается практически моментально. И, конечно, уже на такой крем
массаж не сделаешь. Ну и, кстати, вот это, на такую сыворотку тоже не получится никакой массаж сделать, потому что она тоже достаточно быстро впитывается. Кстати, я еще нашла на просторах интернета масло для лица. Как раз-таки вот если выбирать масло для массажа, я тоже хочу попробовать, пока в избранное закинула. Отзывы все хорошие. Вот поэтому, может быть, в скором времени, если приобрету, то с вами тоже поделюсь. Так, ну что, пока немножко дам волосам естественным образом подсохнуть, потом буду укладываться и отвечу уже на самый, наверное, последнее время часто задаваемый вопрос: как же я добиваюсь такого объема на своих волосах? Как не видео, так каждый раз обязательно кто-нибудь спросит, как я делаю такой объем на голове, хотя уже не один раз снимала видео с укладками своими, но все равно, видимо, может, кто-то новенький приходит, спрашивает. Так что в этом видео с вами вместе уложимся и все покажу, как этот объем у меня получается. Опять же, имейте в виду, что от стрижки, от качества волос, от структуры волоса очень многое влияет. Если бы у меня были вот такой длины волосы, одной длины, без какой-либо ступеньки, без филировки, без лесенки и так далее, без каскада, то у меня бы никакого объема прикорневого, понятное дело, бы не было. Вот. Но так как у меня есть стрижка вот такая вот каскадная и филировка, конечно, объем будет. А, и меня еще спрашивали, какая у меня стрижка, как у меня сзади. Есть ли у меня каскад? Есть, девочки, у меня по всей голове каскад. Я вообще прямой каре никогда не ношу одну длину, потому что волос тяжелый, и мне очень сложно с ним потом укладывать его так, и волосы, когда, ну, то есть, получается, высыхают, тяжесть вся идет уже вниз, и, получается, объема так нет, и стрижка вообще некрасиво мне не идет, поэтому у меня каждая стрижка, какой бы ни было, именно длина стрижки, но всегда есть филировка и всегда есть каскад. У меня всегда сострижена шапочка более короткая, потом идет, естественно, также сострижена на удлинение здесь. Иногда бывает и у лица делаю какую-то лесенку, по-разному. Сейчас вот уже, кстати, моя стрижка отросла, и я уже вижу, что действительно волосы отросли, потому что в ноябре, по-моему, я стриглась. В декабре перед Новым годом я успела покраситься, а постриглась, по-моему, я чуть раньше. Либо в начале декабря, либо в конце ноября, точно не помню, ну, неважно. И у меня, конечно, волосы были совсем короткие. Видео как раз я в начале декабря я стриглась, да, видео я снимала с покупками в Валберес, и там была стрижка, я сейчас пересматриваю, смотрю, у меня была очень короткая, прям чуть ли не такая, знаете, как боб, и по сравнению с тем... Сейчас, конечно, это уже больше похоже на каре. То есть волосы отросли, стрижка немножко уже меняет свою не структуру, а свою форму. И немножко уже по-другому, конечно, получается укладываться. В общем, все, заканчиваю болтовню, 20 минут болтаю. Ждем высыхания, и потом я вернусь к вам, будем уже сушить мои волосы. Так, девчат, волосы уже наполовину высохли. Мне кажется, я не смогу вам заснять всю укладку, потому что батарейка садится. Вот, что-то я как-то не обратила внимания. Я разделяю волосы по прядям. Верхнюю часть, как обычно, я пока убираю. Будем сейчас сушить нижнюю часть. Вот, я не наношу никаких укладочных средств, только термозащиты и все. Принесла уже фен-щетку. Фен-щетка очень объемная. И за счет того, что у меня волосы волнистые, они еще и милированы, они сами по себе пористые, поэтому у меня укладка любая держится очень хорошо, без каких-либо дополнительных укладочных средств. Я не пользуюсь ни муссом, ни лаком, ни пенками, ни какими-то средствами. Вот это к вопросу, что у меня за средства по уходу за волосами. Девочки, у меня такой минимум, просто вам даже показать нечего, потому что реально я вообще мало чем пользуюсь. То, что иногда и стоит у меня из средств, я часто забываю, все это простаивает. У меня основной уход — это шампунь, бальзам, иногда это бывает либо оттеночный шампунь, либо оттеночный бальзам, нейтрализатор желтизны, вот эта вот термозащита, иногда у меня несмываемый крем-бальзам,
Это если у меня бальзама обычного нет, да? И все. Иногда, очень-очень редко, прям в редких случаях, я могу нанести масло на кончики волос. Но я часто про это все забываю, поэтому это вот мой минимум. Больше никаких средств я не использую. Ну и вот сухой шампунь у меня иногда есть, которыми тоже время от времени могу воспользоваться. Все, у меня даже лака для волос, девчат, нету дома, не поверите, но нету. Я все свои волосы, все прядки вот таким образом подкручиваю вовнутрь. Все вовнутрь подкручиваю снизу до верха. Включаю на самый щадящий режим, не на горячий, на прохладный воздух, и начинаю просто сушить волосы. Я уже половину, можно сказать, головы высушила. Кстати, вот сейчас очень хорошо видно, насколько отросли у меня волосы. Вот, корни уже насколько отросли. В общем, вот, это получается за 2 месяца. Поэтому видно, насколько уже отросли. Вот где было окрашено, вот корни. Так, в общем, смотрите, вот я посушилась. Все это дело я сушила вот таким вот образом. По прядям закручиваю, держу, отпускаю. Вот он вам объем. Сам получается. Вот как выглядит сзади. Вот она. Короче, длиннее и длиннее. Вот он каскад, про который вы спрашивали. Теперь у нас осталась макушечка. Что я делаю? Точно так же распределяю по прядям, небольшим. Кстати, на мокрых волосах еще лучше видны мои уже отросшие корни. И по небольшим прядям я также все высушиваю. Могу чуть-чуть вот так наверх как бы оттянуть прядь. Опять же, там так можно объем сделать. Я даже корням сильно не прислоняю фен. Все. Оставили прядь, она подсыхает. Потом еще могу просушить разок. Смотрите, вот они у меня высыхают сами, видите? Они как завиваются. А еще вопрос был по поводу моей одежды. Когда вы видите меня дома в свитерах или водолазке, и многие спрашивают, неужели так дома холодно, что я хожу такая вся укутанная. Девчонки, у меня Матвей может вообще в трусах ходить дома. Я просто сама по себе человек мерзлявый. Я очень люблю, чтобы мне было комфортно. Если мне будет прохладненько, я лучше оденусь потеплее, но мне будет хорошо. Чем я буду ходить там в футболке, в шортах, но мерзнуть? Ну вот сегодня, например, я в платье. Мне тепло. Я не всегда хожу в водолазках, в свитерах. Иногда бывает так, что я снимаю видео, допустим, только когда я пришла с улицы. Вот как раз в том видео у меня там было 3 смены образа в плане одежды, потому что также я начинала что-то снимать, потом уходила за Матвеем в школу, потом приходила, продолжала съемки. Бывало там где-то с собакой в перерывах выйду, опять же, уже одежда другая. Поэтому нет, дома тепло, комфортная температура. Просто я люблю, чтобы было мне тепло. 24 градуса в комнате, все показывает. Вот, 24 градуса. Тепло. Ну вот, я люблю, чтобы было мне прям комфортно.
Девочки, в принципе, вот он мой способ укладки волос. Ничего сверхъестественного я не делаю. Вы сами видели, что я просто прядь за прядью высушиваю на вот этот огромный широкий брашинг, эту фен-щетку, свои волосы, и у меня получается вот такой вот объем. Конечно, зависит и от диаметра, я думаю, щетки, даже если вы будете брашингом и феном сушиться. Опять же, объем щетки имеет значение. Если будет маленький, да, размер, точнее объем щеточки, естественно, ничего не получится. И второе, что, конечно, мне кажется, не может не влиять на объем, это стрижка. Если бы у меня была стрижка прямая, одной длины, у меня бы вот тут у корней такого бы объема не было. Весь объем у меня был бы вот здесь внизу возле ушей. За счет того, что у меня вот здесь вот, видите, сострижен каскад, естественно, поэтому у меня получается объем. По большому счету, по-хорошему, здесь уже можно пойти и состричь снова шапочку, потому что волосы отросли. Но я сейчас пока стричься не хочу, и пока будет вот так, как есть. Вот, и опережая ваши вопросы наперед, я хочу вам сразу показать, что это за фен-щетка. Вот. Это Dykeman W12 модель. Вот такая вот большая. Вдруг, если захотите себе нечто похожее, чтобы вот просто видели и название знали, как эта фен-щетка называется. Хочу еще раз сказать большое спасибо своей Вике за то, что она меня выручила, когда моя фен-щетка сломалась. Ну, кто слышал эту историю, то слышал, я рассказывала. В общем, вот, я надеюсь, что я ответила на ваши вопросы, как у меня получается такой объем. Ну, если вдруг еще что-то осталось у вас из вопросов, то пишите в комментариях, будем разбираться. Наконец-то добралась до мастера, потому что ходила уже с предыдущим маникюром больше месяца. То я болела, потом ребенок болел, и что-то, в общем, никак не могла попасть к Наташе. Вот вчера сходила, обновила. А то, если честно, мне даже руки в кадре уже стыдно было вам показывать. Вот, выбрала снова коротенький мягкий квадрат. Что-то длинные пока вообще не хочу ногти. И вот такой вот нежный, прям весенний, очень красивый оттенок. Мне прям так захотелось чего-то уже такого легкого, весеннего и красивого. Все, так что ноготки обновила. Очень понравился цвет. Безумно красивый.